Финальный звук сирены ознаменовал второй к ряду чемпионства «Чадыр-баскет» премьер-лиги молдавского баскетбольного чемпионата. Судя по игре и разнице очков, по итогам финальной встречи победа команды Анатолия Демчогла не менее заслужена, чем и год назад. У команды из Дишор-2 Эсбендер был небольшой шанс, чтобы завоевать звание чемпиона в первом матче финальной серии, где бендерчане обыграли южную команду всего лишь на одно очко. Однако воспитанники Анатолия Демчогла в ответных двух матчах лишили команду из Приднестровья всякой надежды. По мнению представителей федерации, на данный момент сильнее коллектива в молдавской баскетбольной премьер-лиге попросту нет. Я хочу поздравить команду Чудерлунги с победой в сегодняшней игре. Хорошая команда, перспективная команда, хорошие ребята. Я думаю, что у этих ребят ждет большое будущее. И ждем команду Чудерлунги высшей лиги чемпионата Молдовы. Эта финальная игра проходила в стиле чадыр-баскет. Постоянный прессинг, быстрые атакующие комбинации и точные трехочковые броски атакующего защитника Антона Рулевского. Он также получил специальный приз от главы Чадырлунского района в номинации «Лучший игрок чемпионата». Конечно, настрой был сегодня очень сумасшедший. И у нас, и у них поначалу. Но нам повезло больше, просто, я не знаю, может, они чуть перегорели. И обычно счет был как бы у нас более маленький. И сегодня счет не по игре, как бы не отражает всего накала страстей. Сегодня тоже подъехали наши болельщики и помогли нам, конечно, очень сильно. Также лучшим нападающим по решению судейской коллегии был признан Николай Кожухарь. Команда соперника в первых двух четвертях пыталась оказать достойное сопротивление, однако остановить напор и кураж игроков южной команды было уже невозможно. Перед последней четвертью все стало окончательно ясно. 60-39 в пользу Чадыр-баскета. Отыграть такой кандикап за 10 минут времени у такого искушенного соперника просто невозможно. В итоге 76-51, и второй год подряд чемпионом дивизии А стала команда из Чадырлунги. В прошлом году, когда стали чемпионами, в общем-то, играли первый год в чемпионате, и опыта никакого не было. Нас не принимали всерьез, но дошли до финала, и, в общем, тогда мы сыграли очень с большой самоотдачей, и, в общем, были заряжены на игру. Уже выход тогда в финал был успехом. В этом сезоне задачи уже ставились конкретные. Естественно, и против нас по-другому команды настраивались и играли против нас. И то есть задача не выхода в финал была бы для нас уже не тем выполнением всех этих условий игры. Вот. И, в общем-то, мы задачу выполнили. Наставник бендерчан Сергей Лохвинский говорит, что в этой встрече не смогли принять участие несколько опытных игроков его команды. Сережа Несмеянов так и не восстановился. Игрок, 14-кратный чемпион Молдовы. Он бы, конечно, очень здорово помог. В основном играли молодежью. Мы были сегодня слабее команды Чадырлунги. Но, думаю, не на 25 очков, которые мы проиграли. Начав участие в прошлом игровом сезоне в качестве дебютанта, Чадыр-баскет катком прошлась по многим командам с большой баскетбольной историей и опытом участия в таких турнирах. Два сезона подряд завоевать титул чемпиона – это кропотливая работа каждого игрока и всего административного и тренерского состава команды.